этом видео я решила рассказать вам про все активности, которые есть у нас в РЭО Плеханово. Ну, а в частности про те, где участвую я сама. А уж поверьте мне, я участвую много где. Поэтому берите печенюшки, сладости, наливайте кофеек, чай, воду, что любите, и мы начинаем. Всем привет, кто меня не знал. Меня зовут Виктория. Я учусь в РЭО имени Плеханова в Москве на факультете журналистики, первый курс. Поскольку постоянно смотреть видосы про учебу, пары и так далее неинтересно, я решила создать отдельный плейлист про всякие активности, которые есть у нас в РЭО. И я сразу прошу прощения за мой хриплый голос. Дело в том, что я вчера до часу ночи репетировала роль для нашей школы актерского мастерства, но про нее я расскажу чуть позже. А пока что мы с вами разберемся, что же такое медиашкола. Расскажу вам один прикол. Все говорят про медиашколу, но никто не знает толком, что это такое. Поэтому ваш специальный корреспондент Виктория собрала всю информацию, полезную для вас. Итак, в РЭО есть организация под названием FFM – First Fresh Media, которая на уровне вуза занимается освещением разных мероприятий. Плеханов Open, Плехановский бал, Плехановская весна. И даже в этом году они были на Московской неделе моды. И этот же FFM организовывает медиашколу. В ней есть много разных направлений. Это фото, видео, репорт, SMM, дизайн и так далее. И по окончании этой медиашколы они будут проводить собеседование, чтобы взять себе новых ребят в FFM. Про First Fresh Media я узнала еще летом, когда только собиралась поступать, и сразу поняла, что мне обязательно нужно к ним попасть. Поэтому я ждала отбор или какое-нибудь мероприятие, чтобы меня туда взяли. И потом оказалось, что вот у них есть медиашкола, в которую ты ходишь или не ходишь, кстати, а потом проходят собеседования, и тебя могут или не могут опять же взять. Все лекции, мероприятия по медиашколе проходят в течение примерно одной недели, плюс-минус. И каждый день посвящен или фотографии, или видео, или SMM и так далее. Самое неприятное, что все занятия начинаются в 7 вечера и оканчиваются в 10. То есть у тебя целый день пары, ты ничего не ел, ну или съел сосисочку в тесте, а потом идешь на FFM и сидишь там до 10 вечера. Я пока что сходила только на направление фото, ну понятно почему. Как это было? Всех желающих собрали в большой аудитории и начали ознакомительную лекцию. Наша куратор по фото показала свои работы, вот такой милый видосик. И после этого у нас начались более узкоспециализированные лекции. Всех поделили на три группы и отправили в разные аудитории. Я с девочками сначала попала на лекцию по обработке фото, нам показали вот такие замечательные работы с разных мероприятий, которые были в РЭО. Дальше у нас была лекция по цветокоррекции. Это Иван Попов. Мы не знаем, кто это, но это важно. В заключение вот такая милая девушка рассказала нам свою историю, как она хотела попасть в FFM, как она проходила отбор и в целом, что нельзя сдаваться. Дальше началось самое интересное. Нам сказали: дети, выбирайте, вы пойдете на мастер-класс по моделингу или по свету. Но каждый фотограф знает, что свет – это самое важное. Поэтому мы своей компанией отправились именно на свет. Ее зовут Оля, и из всех кураторов она запомнилась мне больше всего, потому что, ну, во-первых, она вела мастер-класс, а во-вторых, она действительно профессионал. Она рассказала очень много нового по поводу света. Рассказала про свои съемки, чем она занимается, и вот вы можете видеть, как мы эксплуатируем главу фото FFM. Я недостаточно высокая, потому что в студиях можно, например, поставить это все на стойку и, собственно, работать.
Также недавно у нас прошло мероприятие под названием Poliana Open. Честно говоря, я до конца не поняла, что это такое, но на заднем дворе РЭУ организовывается вот такая площадка с разными активностями для студентов. Там было и граффити, и большая дженга, и разные соревнования, кастом-зоны. Даже был танцевальный батл, но, к сожалению, я на него не попала, но видео для вас у меня есть. Только что я прочитала информацию, что, оказывается, этот фестиваль ежегодный, и он приурочен к дню города Москвы. Значит, он спонсируется не РЭО, а другими внешними спонсорами, логично. Ой, кстати, эти фотки мои, это я их делала, мое имя. Получается, ты им скидываешь ВКонтакте, и они вывешивают твои лучшие фотографии. Запись на разные батлы, активности, мастер-классы происходит онлайн в их группе ВКонтакте, поэтому я оставлю ссылку в описании. В РЭУ очень развит спорт. Есть разнообразные плехановские лиги и по футболу, хоккею, баскетболу, волейболу и так далее, и им требуются новые контент-мейкеры. Поэтому я решила податься в эту структуру, чтобы развиваться в спорте. Это и опыт, и полезные связи, и в целом я очень люблю монтировать видосики, как вы заметили. Помимо фотографов и видеографов, им требуется также и спортивный менеджер, поэтому у них проходит программа «Спортивный управленец», у которой так же, как и у ПФМ, проходят различные лекции, где нам в соответствии с нашим направлением рассказывают какие-то особенности, дают полезные советы и так далее. Точно так же, как и у ПФМ, у них в конце всех лекций начинается собеседование, и по результатам которых тебя привязывают к какой-то определенной команде. Если ты менеджер, это ты будешь менеджерить, так скажем, футбол, хоккей, а если медийщик, то будешь снимать для них разный контент. Мы с вами добрались до шама. Что же такое шам? Шам – это школа актерского мастерства. В которой студенты-актеры-шаманы ставят различные спектакли в РЭУ. Честно говоря, я не знаю, с чего начать. В сентябре у них был спектакль «Звериная история», и я очень долго думала, идти, не идти, там был какой-то странный постер, не в моем стиле, я думала, что это какая-то современная фигня, все такое. Но переборола себя и пришла. И вы даже не представляете, это звучит очень странно, но я действительно влюбилась просто в ребят, которые там, ну, которые готовили этот спектакль, вообще в атмосферу, во все это, и я хотела записать свои эмоции после просмотра спектакля, но это было так поздно, в 10 вечера, я теперь жалею, что этого не сделала, потому что это было действительно невероятно, я была поражена просто этим, и я решила для себя, что теперь я точно хочу в шам. Я очень долго ждала отбор, листала все соцсети просто, когда пустите меня, пожалуйста, и у них была неформальная встреча. Я на нее сходила и убедилась на 100%, что я точно хочу, потому что я ходила в театралку, и вся атмосфера, которая царит в шаме, мне напомнила мою родную театралку, и я такая, господи, как это все здорово. И тут вывешивают буквально сразу через 2 дня пост в ВК о том, что идет кастинг. Готовьте прозу, стих, танец, песню, показывайте все и приходите.
все бы ничего, ладно, но в прошлом году был кастинг, и пришло примерно 60 человек. Взяли 6. Ну, у меня началась паника просто, потому что я очень хочу, но 60, из них взяли 6. Где гарантия, что в этом году не повторится вся эта... Какова гарантия, что не повторится вся эта ситуация? Но я выучила хореографию. Вообще, я не танцор, но ради шама я станцую на голове теперь. И пришла на отбор. Нас завели в зал, потом провели тренинг и рассадили по кругу. И угадайте, кто был первым? Я. Я рассказала стихотворение, спела песню, так же сделали остальные, и нас отправили домой. И счастливая после кастинга я иду, и у меня есть чувство, да, что меня возьмут. Но я не знаю, как это работает, это интуиция. И в 11 вечера приходит сообщение, что да, меня взяли. Но не все так просто. Есть еще второй, да, про который ранее не говорили. И на нем нам нужно будет сыграть одного из персонажей спектакля «Звериные истории». В прошлом видео я делала нарезку кадров с этого спектакля. Если вам интересно, я играю Брундука. Это парень, который в бежевом пиджаке, с таким хвостиком, в очках. И это просто что-то... Тут начинается самая жесть. Я должна сыграть переход от скромного Брундука к одержимому фанатику, который просто убежден в том, что раса Брундуков лучшая и нет никого. И он не воспринимает других всерьез. Это очень сложно. Я пришла на репетицию, у меня ничего не получалось. Ну вот вообще ничего. Я не понимаю, как это сыграть, потому что как мне просто сыграть одержимого, жестокого человека? Вчера у меня была вторая репетиция. Ко мне присоединился еще второй парень, который играл мышь. Это он был в белой майке и сидел на стуле тоже. В прошлом видео все есть. И они начали со мной заново все это репетировать. Ну, у меня опять ничего не получалось. И они решили, чтобы меня растормошить, провести актерский тренинг. И тут у меня началась истерика. Я полчаса или 40 минут сижу перед двумя парнями, реву взахлёб, просто слезы у меня градом. Я не могу остановиться. Я рассказала всю историю своей жизни, как меня в школе булили. Ой. Я представляю просто, что они в этот момент чувствовали. Сидит девочка, просто рыдает из-за того, что они попросили ее. Ай, ладно. Но после этого, на удивление, мне действительно стало лучше. То есть, прям свободнее. И у меня начало получаться. И не могу сказать, что это было гениально, но тем не менее, стало гораздо лучше, чем было. И если вам нужен психолог, то, пожалуйста, идите в ШАМ. Там такие ребята просто нереальные. И они сказали, что это норма вообще. У них там на каждой репетиции такое происходит. Все ревут, захлёб. Ну и вот, второй этап у меня 4 октября. Я не знаю, что я буду делать, но я приложу все усилия, чтобы пробиться в шаманы. Каждый год в Рэо проходит шоу талантов под названием Student Show. Ребята танцуют, поют, но, к сожалению, подробностей я не могу рассказать, потому что я участвую в нем в качестве организатора фотозоны. Вы можете посмотреть вот наши эскизы, ну, делала все это замечательная девочка с дизайна. Мы выступали лишь в качестве генераторов идей, и в дальнейшем мы будем реализовывать эту фотозону. У нас есть материалы и подвал в Рэо. Поэтому мы пытались связать нашу фотозону именно с ним, и вот что у нас получилось. Но объяснять концепцию очень долго, поэтому приходите идти и сами все увидите. И напоследок я покажу вам активы нашего дома, которые придумали кураторы. Они составили презентацию и вписали в них такие цитаты на всех студентов. Меня не ставили.
На этом пока что все. Я надеюсь, что это видео было полезно для вас. Пишите в комментариях, про какие еще активы мне нужно снять видос, я обязательно это сделаю.